Ну, а создать отдельный госорган по надзору за безопасностью полетов и расследованию авиапроисшествий предложил Талгат Мусабаев. Госавианадзор должен быть наделен правом пресекать любые попытки в сфере авиации, угрожающих безопасности полетов, привлекать к ответственности виновных лиц, а также находиться в прямом подчинении правительству. Сейчас функции сертификации и надзора находятся в ведении одного ведомства – Комитета гражданской авиации. Но только с начала этого года в Казахстане произошло уже 4 авиакатастрофы, в результате которых погибли 10 человек. В Республике Казахстан, на наш взгляд, назрела реальная необходимость создания и внедрения жесткой системы надзора за безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий по примеру исторического и мирового передового опыта. Например, в составе правительства бывшего Советского Союза имелась структура Госавианадзор СССР, которая осуществляла надзор и расследование всех авиационных происшествий во всех государственных ведомствах, имевших воздушные суда. Это Министерство гражданской авиации, Министерство обороны, КГБ, МВД, Министерство авиационной промышленности и другие.